Наверное, никогда в офисе врача общей практики в деревне Луговое близ Кинеш мы не видели столько людей. Губернаторы, начальники департаментов приехали лично проверить, как оказывают медицинскую помощь местным жителям. Раньше на этом месте был ФАП, после его закрыли. На смену пункту пришло усовершенствованное медучреждение. Общий объем финансирования составил 3 миллиона. Наш офис образовался на базе, значит, вот ФАПа. Территория здания ФАПа была, конечно, наполовину меньше, чем офис. И 1 апреля 2016 года был открыт офис врача общей практики. И вот мы работаем уже полтора года. Офис удален от центральной больницы в районе на 7 километров. Посещают его 1830 человек, в том числе 200 детей. Пациентов обслуживает врач общей практики, фельдшер, две медсестры, зубной, акушерка. Из Кинешмы раз в квартал приезжают профильные специалисты. Есть какие-то проблемы? Проблемы есть, да. Какие? Доворудовать, процедурно, нет, для того, чтобы... Чего там не хватает? Лечить позвоночник, руки, ноги. Угу. Это имеется в виду физиотерапевтический. Я понимаю, я догадался. Это для вас, так сказать. Губернатор отметил, что требования пациентов будут учтены, и необходимое оборудование в физиотерапевтическом кабинете в учреждении появится. Ставят вопрос о строительстве в поселении еще ФАПов, они заявились, и я думаю, что эти вопросы будут решены положительно, поэтому совместно с центральной Кинешемской больницей люди получат все необходимое медицинское обслуживание. Сеть офисов врачей общей практики в регионе будут усовершенствовать и модернизировать, отметил губернатор. Помощь населению в деревнях и селах должна быть доступной и удобной. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иваново, Кинешемский район.